Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Так, 8.92, у меня на Яндексе деньги. Я уже почти достигнул, да, это для вывода. Тут здесь достиг, видите, я 5000 достиг до золота. Я сейчас попробую это. Так. Так, 5000, видите. Здесь оно тоже так же показано одинаково. Так, сейчас. Так, кошелек номера. Так, уже все, 5000 добавился. Можешь подойти. Пошла, я с ханом погуляю. Покормить надо собаку. Ты покушал? Я покушал. Так. Какие окна? Закрывай шторы. Сейчас все будут заглядывать, что можно здесь делать. Да там же редко ходят люди. Ну как-то редко ходят. Какие шторы красивые, я специально купила. Так, сейчас не об этом. Так, у меня здесь на Яндексе деньги там 8.92. Mm-hmm. Вот видишь, там 5000 у меня заполнено. Mm-hmm. И там комиссия. Сейчас я попробую заказать выплату. Выплата успешного принятого обработку. Так, отправиться на платежную шлюсь через... Этих часов 80 часов 50 рубля. Выплата успешно принята в обработку. Так, здесь ничего. Ну, выплату закрывай.
Сейчас проверим тут. Нет, я тебе зачем? Так, у нас 5000 было, сейчас 0 подписчики. Подписчики, доверьте, что мне мама помогает, и вот поэтому я проверяю. Вот все, видите, время идет, часы и время идет. И секунды. А там за синь я не понимаю, что это такое. Сегодня 24 октября. Что написано там? Где? Вот, отразится на платежный. Шлюз. Через. Через часов, минуты, да? Секунды. Ну все, что. Отправиться на платежный шлюз через 71 час. Это 2, через 3 дня, в течение 3 дней. Или как-то через неделю отправиться. Нет, не через неделю. 71 час. В сутках 24 часа. А тут 71. 2 дня 48 часов. 2 дня 48 часов. И плюс еще 24. Так. На калькулятор. 24 умножить на 3. 72 часа получится. 24 плюс... Умножить на 3. Так. Сейчас попробую еще раз. 24 умножить на 3. 72 часа. 72 часа. А на 3 умножали, это 3 дня. Через 3 дня. Значит, через 3 дня. Ну да, через 3 дня 50 рублей пойдут к тебе на... Что у тебя здесь зарегистрировано? Яндекс кошелек или что это? Да, это Яндекс деньги, вот это да, это Яндекс кошелек. Ага, все понятно. Ну вот туда через 3 дня туда пойдут деньги. Все? Все, а потом я могу проверить там, здесь там можно снять вот здесь. На банковскую карту я могу проверить. Вот, снять. Это при помощи этой, вот, банковской карты. Вот это моя карта привязана к Миру. Здесь пишется с учетом комиссии 3% плюс 45 рублей. Да, ребята! Получилось! Получилось! Я так рад за него! Да-да-да, я так рад, что... Идет обработка у нас про эти деньги, там что-то у нас будет на эту заказ выплату. Хочу, чтобы я успешно что-нибудь покупал, продукты даже на хлеб, и доказывал этому Максиме. Ребята, вы не поверите, на самом деле. Впрочем, зачем мама закрыла шторы? Мне вот такие вот белыми удобно, как у Максима были такие, такие прямоугольные, диагональные шторы. Здесь я могу со светильника даже посмеяться и полубаться. Так, ну здесь там написано, важны выплаты на анонимные и неидентифицированный Яндекс кошелек могут быть отклонены платежной системой. Так, после 20 выплата будет идти у нас этих часов там. Ну, короче, здесь можно и там на гномиков там заработать. Мы сделали это! Я хочу, чтобы я пошел туда и все. А я испугался, что это будет, это как Лохотрон! Так, профиль, здесь ничего не выплачено, здесь должно быть выплачено. У нас 5000 уже снято, которое будет выплачено покупку через этот Яндекс. Наши гномы быстро постарались. Так, малыш, студент из Пец. Студента круче, чем этот малыш из Пеца. Но я буду зарабатывать и ждать эту неделю. Или хотя бы через месяц буду ждать выплаты. Сколько влезет на этот переработанный 1 миллионок даже этих руды. Единицы этих руды.
Вот видите, там 100 единиц руды на золото. Сколько влезет этих единиц руды-то и сколько влезет? В общем, ребята, огромное спасибо, что вы пересмотрели и поддержали меня за этим лайком и за этих, что я могу заработать на эти Golden Mines, на эти деньги, на эти рубли. Всего хорошего и поддержите маму, что меня мама помогла. Поставить тут-то на Яндекс кошелек туда деньги. Всем удачи и пока-пока!